Доброго дня, я реабилитолог-физиотерапевт Алискер Мурат. Сегодняшний массаж будет логопедичный. Тривается 10 хвилин. На каждое лицо разделяем на две части. На левую часть 5 хвилин, на правую часть 5 хвилин. Суть этого массажа, дети, которые не может говорить кое-какие буквы, не может выражать, одеваем резиновые перчатки и начинаем внутри, в рот лицевого мышцы.